Привет, друзья! Мы находимся в городе Белгород. Сейчас мы совершаем променад по городу. Это канал Official Journey Style. Мы, как обычно, с Ильей Борисовичем. Сейчас я вам его покажу. Вот Илья Борисович. Всем привет. Он сказал всем привет. Он сказал всем привет, махнул рукой, и мы куда-то поехали. В общем, город выглядит приблизительно вот так. Сейчас у нас в районе где-то половины пятого. Люди, наверное, начинают уже потихонечку ехать в сторону дома. Сейчас мы идем посмотрим диораму. Огненная дуга. И, в общем, вот такие вот пироги. Белгород выглядит вот так. Белгород – обалденно зеленый город. У нас здесь стой раз-два. Здесь у нас красный, здесь какие-то красивые зданица, люди. Ну и потихонечку будем делать включение, а дальше потом будем все это сводить. И получится небольшая зарисовочка про город Белгород. Так что ждем диорама. Так, ребята, на пути к диораме нас встретился краеведческий музей. Мы такие мега-туристы. И вот тут даже есть спортсмены. Да, и сейчас мы вам покажем и пушки, и покажем вам и трактора, и еще чего-нибудь вам покажем. Вот он, краеведческий музей в Белгороде по адресу город Белгород. Итак, что у нас тут есть? У нас есть спортсмены, у нас есть самокаты, у нас есть пушки, есть вот даже... Даже вот какие-то вот люди каменные. Есть вот такой вот прекрасный суперский, это, наверное, трактор времен, в общем, очень ранних. Это у нас что-то типа поздний палеолит и передвижная шашлычница. И на самом деле вопрос очень хороший. Вот очень много в Белгороде у нас вот таких вот знаков. То есть проезд на гужевой повозке запрещен. Поэтому мы ходим пешком, ребята. И мы уже практически пришли, наверное, на диораму. Это у нас... Сейчас мы попросим Илью Борисовича. Илья Борисович, скажи нам, пожалуйста, где находится Белгородская диорама? Вот она, собственно, вот это здание. Вот это здание. Перед ним военная техника, за ним военная техника. Так, давайте Можно пойти посмотреть технику, потом сходить посмотреть диораму. Так, мы идем смотреть технику. Техника. Мы находимся в Белгороде. Мы находимся недалеко от границы с Украиной. У нас здесь Харьковско-Сумское направление. Перед диорамой у нас посвящается какая-то, я не знаю, как это правильно, наверное, памятник-стелла памяти павшим в афганских боях. Здесь вот неработающий фонтан. Наверное, это фонтан дружбы белгородского народа. Ну и там есть даже самолеты. Так что вот так вот. В настоящий момент времени у нас есть возможность. Здесь вот уже настало время, соответственно, немножко сделать ремонт. Ну а теперь мы посмотрим технику. А технику мы посмотрим. Начинает, как обычно, ну, как бы война войной, а обед по расписанию. И начнем мы с полевой кухни. Я думаю, что вот это вот, сейчас мы к ней подойдем поближе, это все-таки полевая кухня. Ну, или, так скажем, какая-то штука, которая помогает готовить гречневую кашу, грешную кашу. Итак, что мы имеем? На первом плане у нас... О, кухня полевая. 850 килограмм
живой еды практически. Количество костлов 2. То есть скорость передвижения, еще расход топлива 10 на поделить на 35 килограмм поделить на часы. Пушка гаубица 122 миллиметра. Вот так она выглядит сбоку, издалека. И это все мы смотрим. Дальше у нас что у нас? Что-то похожее на танк Т-30. Это легендарный танк. Т-34. Легендарный танк Т-34. Мощность двигателя 500 лошадиных сил. Максимальная скорость 55 км в час. Пушка 85 мм. Два пулемета 7,62 мм. Толщина брони от 45 до 90 мм. То есть мега крутая штука. Это прям бог войны. Дальше у нас... что? САУ? Наверное, самоходная установка 100. Вооружение пушки 100-миллиметровая. 100-миллиметровая. В общем, толщина брони 60-75 сантиметров. Это вот выглядит вот так. Дальше у нас что? Дальше у нас танк. Практически танк ИС-3. Это у нас вооружение. Есть пушка 122-миллиметровая, есть пулемет 12,7 мм и есть пулемет 7,62 мм. Калибр 7,62, 12,7 и 122. То есть так это выглядит ИС-танк сбоку. Выглядит... Ну вот мы сейчас тут вот на заднем плане видим новое... Вот мы видим Илью Борисовича, и там вот новое поколение осваивает технику, легендарную технику. Это у нас, кстати говоря, был ИС-3, танк, а это у нас танк ИС-2. То есть в чем отличие? Для тех, кто не знает, здесь у нас два пулемета 7,62 калибра, а там он один, и второй пулемет калибра 12,7. Упс. Вот так вот выглядит танк. А вот так у нас выглядит легендарная Катюша. На зеле. Катюша БМ-13. Артиллеристы боги войны использовали сие предназначение. А это у нас кто? А это у нас ЛА-7. Размах крыльев 980 сантиметров. Это у нас потолок. Экипаж один человек. Потолок полета 6000 метров. То есть выглядит это все вот такими вот делами. И вот так вот. Вот так у нас вот там вот это все. Вот такие вот у нас тут в открытом доступе, наверное, правильно сказать, экспонаты. Но это даже, наверное, и не артефакты, а экспонаты. Военная история. Поэтому сейчас мы попробуем зайти в диораму, ну, чтобы посмотреть, что у нас там. Ну, а так дальше будем включаться из Белгорода и смотреть, что же такое Белгород в будни вечером. Продолжение, как обычно, следует. Ребята, вот мы тут подходим к, наверное, к основному входу. И у нас там тоже есть еще техника. Сейчас мы пойдем туда быстренько посмотрим. Там какие-то тоже классные зеленые машинки. Практически в полный рост. И пушки. Посмотрим, что это такое. И попробуем, как я уже сказал, зайти вовнутрь. Подиорамить, так сказать. А выглядит это все вот так. Кино. Кино про Белгород без диорамы. Это не кино про Белгород.
Вот так вот можно, в принципе, в Белгороде по тротуару, да, легко. Всегда пожалуйста. Поэтому, да, вот она, диорама, называется «Огненная дуга». И это, в общем, у нас, наверное, пушки зенитные. Сейчас мы попробуем к ним подойти поближе, посмотреть. Хоп, хоп, хоп. Вот она, диорама «Огненная дуга». К сожалению, плохо видно, но это пушка ЗИС-3, 6 мм. Пушка ЗИС-3. Основное рабочее оружие. Пушка ЗИС-3. О, миномет. Это уже у нас миномет 160 мм, 160-миллиметровый. Скорострельность 3 выстрела в минуту. Вот, собственно говоря, ребята, и делайте выводы. Миномет, 3 выстрела в минуту. Кто из вас математик, посчитайте, сколько можно стрелять в час. Это у нас гвардия. Это у нас САУ-152. Снимать не очень удобно, надо все-таки пойти посмотреть по... Так вот, издалека. Вот это вот у нас САУ-152. А с той стороны, я сейчас вам покажу, там другая машина. То есть вот так-то они выглядят сзади. Все достаточно интересно. Ой! Влезать на танки запрещено. Не влезай, убьет. А это у нас что за танк? Сейчас мы вот здесь подзырим. Это у нас... ИС-3 танк. Да, мы такой уже там видели. Но, конечно, влезать на танки запрещено. Запрещено. Итак, ребята. В общем, вот такой вот у нас Белгород. Сейчас мы попробуем пройти вовнутрь. И там немножко поснимать эту историческую правду. И потом, соответственно, ее вам всем покажем. А вот такая у нас панорама непосредственно, можно сказать, на ступеньках диорамы. Тут есть еще одна маленькая пушка. А вот так вот ЗИС-3 выглядит сбоку. Что сейчас мы немножко сделаем вот такой вот хонт-финт конем. Вот так вот это все выглядит. Вот они, махины. Диорама и Белгород. Ну а мы попробуем зайти вот сюда. Так что пойдем вперед, ребят. И билеты бесплатно. Итак, коллеги, находимся у диорамы, и только что мы приобрели бесплатные билеты за без денег. Да? Денежки берутся только за экскурсию или? Деньги берутся только за экскурсию, деньги берутся только за аудиогид. Ну, в общем, деньги берутся только за услуги. Это самый правильный музей в России. Супер! Мы всем рекомендуем. Так, ребята, мы начинаем. Будем потихонечку снимать. Мы зашли вовнутрь по самым дорогим бесплатным билетам. Это прям очень сильно зацепило, потому что везде практически все за деньги. Начало экспозиции. Мы находимся. То есть мы вот так вот ходим туда-сюда. То есть здесь, оказывается, там какой-то концерт идет, поэтому охрененные штуки. Можно это все почитать, кому нравится. Кому это интересно, то есть есть вот, даже есть боевой устав пехоты, кирка, медали, обалдеть, это просто обалдеть.
Битва под Курском. Потихонечку снимаем. Вот она. Оборонительные сражения советских войск под Курском. Так вот это все выглядит. Обалдеть. Да, историю нельзя забывать. Историю забывать нельзя. Все как бы подписано. То есть можно останавливаться, смотреть, читать. Здесь какой-то концерт идет. Это у нас форма одежды и снаряжение разведчика. Вот он, разведчик. А это у нас форма одежды и снаряжение штурмбанфюрера СС. А так вот выглядел немецкий товарищ, который решил тут нам такие вот сражения под Прохоровкой, стрелковое оружие. Так вот мы тут все поснимаем. Очень интересно, очень интересно. Это у нас повседневная форма одежды маршала, полковника внутренней службы Борисова, героя Советского Союза. А это у нас форма одежды и снаряжение танкиста Красной Армии. Да, очень круто. Прям очень круто. Прям очень круто. А это у нас вот что-то, кто-то куда-то смотрит. Радисты, как обычно, докладывают, командиры, как обычно, командуют. Смотрят контрудар Воронежского фронта. Да, ребята, это очень круто. Всем рекомендую посетить диораму «Огненная дуга», которая находится в Белгороде. Прям впечатления получите чумовейшие. Так что будете в Белгороде, обязательно заходите. Диораму посмотрели. Сейчас пойдем гулять по парку Белгородскому. И, может быть, чего-нибудь заснимем интересненького. Так что двигаемся в парк. А парк у нас где-то вот там через дорогу. Будем его потихонечку изучать. Я Борисович, как обычно, тусуется у пушки. Так что а погода сегодня шепчет. Дождя нет, достаточно прохладно. Так что вот так вот. Так, ребята, гуляем мы тут по парку, немножко снимаем. Люди отдыхают. Вроде как бы все и недалеко, и в то же время как все очень далеко. Да, немножко сейчас поснимаем. Мы сейчас заходим в аллею, наверное, каких-то мега крутых человеков-людей, которые, наверное, своими достижениями заставили ими гордиться. У нас тут, наверное, аллея героев Советского Союза. Вообще аллея героев. Аллея героев. Да, и все это вот герои Советского Союза. Просто герои своей страны. Так вот, да, вот мы так вот гуляем, я так гуляю. И что хочется сказать. Город очень
зеленый, хотя уже и у нас октябрь. Город тихий, город аккуратный и город, наверное, туристический в своем понимании этого слова. Ну, правда, наверное, может быть, не совсем сейчас и не совсем осенью, но вообще, в принципе, много чего можно посмотреть, много чего можно познать, почитать, посмотреть еще раз. Так что это все у нас парк. Напротив у нас диорама. Диорама там где-то на заднем плане. Вот у нас еще раз герои нового поколения, герои старого поколения. Вообще все герои. И вот уже у нас были сначала герои Советского Союза, здесь уже герои России. Вот они тут так, так скажем, герои в одном строю. Поэтому их подвиг не будет забыт. Вот он, герой России, герой Советского Союза, герой России. Много, ребят, героев. И даже вот герой России, Копейкин Антон Геннадьевич, 2020 год. Вот так вот. Вот так вот у нас складывается обстановочка. Так что будем продолжать, ребята, гулять по Белгороду. Наверное, если будет еще что-то интересненькое, обязательно включим камеру и заснимем. Ну а так. Итак, друзья, товарищи, мы вышли на какую-то Белгородскую центральную площадь. Чего-то там. Это такая. Это площадь напротив драмтеатра. Это у нас, кстати говоря, памятник Щепкину, который МС. А гостиница, в которой мы живем, она КГ Щепкину. Ну, в общем, вот какая-то такая история. Вся максимально. А это, наверное, вот там впереди гостиница Белгород. А это вот памятник Михаилу Семеновичу Щепкину. Наверное, это мега классный дядька в Белгороде, очень известный. А это вот у нас, наверное, драмтеатр. Выглядит это вот все вот так. То есть мы погуляли. Вот, наверное, меня, наверное, хорошо видно. Мы погуляли. В общем, все погуляли в парке напротив Огненной дуги. Потом прошли немножко в сторону вот этой вот большой площади напротив драмтеатра. И вот выглядит она вот так. И, как я еще раз говорю, наверное, там впереди что-то наподобие администрации Белгородской области, там правительство и все дела. И рядом, наверное, очень классная гостиница «Белгород». Ну, как бы аналогии понятны. Отсылка к названиям города. Это и так. Продолжаем потихонечку гулять, смотреть. Обязательно еще будут включения. Ну и скоро вы увидите, как выглядит то место, где мы остановились. Это классная четырехзвездочная супер-мега Щепкин-стайл бутик-отель с небольшим наедаловым. Ну да, а так вот еще раз, немножечко дождя. Белгород у нас не балует хорошей погодой. Ну как не балует, он нас баловал, ну вот сейчас не балует, потому что вот, в общем, такая вот история. Так что продолжаем гулять по Белгороду и снимать этот замечательный фильм про Белгород. Здесь у нас, наверное, получается какая-то центральная аллея с вечным огнем. Наверное, все-таки вечный огонь. Наверное, здесь в торжественные мемориальные дни, такие как День Победы, такие как, наверное, 22 июня, День памяти и скорби, здесь, наверное, происходит возложение венков. Так что, ну да, наверное, это, ну, не сказать, что это памятник, это, наверное, комплекс мемориальный. Все вот ходят, там вот, там у нас, опять же, Белгород, так вот выглядит.
выглядит такая вот идиллия, новгородская идиллия. Все идут домой, никто не замечает никого. Белгородская идиллия. А это у нас, наверное, сейчас мы посмотрим, что это такое. Наверное, мать солдата. Я вот так думаю. Ну, хотя могу ошибаться. Это у нас... А это у нас, кстати говоря, вот могила. Как это? Леб Борисович, как это правильно называется? Это мемориальный комплекс? Мемориал какой-то, да. Я не думаю, что здесь кто-то похоронен. Так что... Просто, просто в память. В память о защитниках. Так что, вот он, поклонимся великим тем годам. Идем дальше, делаем небольшие зарисовки. Ну и, соответственно, где-то есть вот кому-то бублик, кому-то дырка от бублика. Снимаем, интересно. Интересно посмотреть, как живет. А это у нас, как говорится, интересно посмотреть, как живет город не далече от Москвы, как на 650 километров. В общем, вот так вот ходим и смотрим. Вот, Белгород в цвету. Вообще, на самом деле, правильно говорить сегодня, Белгород в дожде. Ну, Белгород эгоист. Люди, дети, продукты, пчелы, пчелы. Белгород в цвету. Так. Это было, наверное, летом, это было очень красиво. Да, Белгород в цвету. Ну, это сухо цвет, а был, наверное, цвет. Было все красиво. Белгород в цвету и цветет. Он так сильно. Сильно и цветет он сильно. Белгород цвету. Песни я пою. Снимаем окрестности. А это, наверное, вот как раз и есть. Вот эта вот пешеходная зона. О, зона, пешеходная аллея. С какими-то лукоморье дуб зеленый. И наверху лежит кирпич. Ну, похоже, в принципе. Так вот, Белгород. Вот тоже вот еще. Это называется цех. Wildberries. Красота. Явно имеет сварочный аппарат и любит варить всякие поделки. Да. Так, вот, красивые дома, красивый Wildberries, опять же, Белгород цвету, наверное, здесь было мега круто и красиво. А это вообще, на самом деле, проект губернатора. Ну, то есть, в принципе, становится немножко все понятно. И улица называется 50-летие, вот оно, там написано, что у нас? 50-летие Белгородской области. Вопросов есть, вопросов нет. Так, вопросы есть, вопросов нет. Так, у нас тут вот какая-то... Мне кажется, что, наверное, впереди вот это будет проект... Ой, проект этот будет наш какой-то проспект Славы. Мы на него выйдем потихонечку. Вот так вот посмотрим. Ну, в принципе... Так, Лев Борисович. Вот тебе вопрос. Что ты считаешь про город Белгород? Тебе понравилось? Мне понравилось. Да, конечно. Сейчас пасмурно. Летом, наверное, будет еще лучше, но мне все равно понравилось. Так, ты готов переехать жить в Белгород? Я обдумал предложение. Так. Белгородский губернатор. Ты практически... прошу прощения. Вы практически получили нового жителя Белгорода. Илья Борисович, как ты считаешь, текущая погода, она сильно портит впечатление о городе Белгород? Нет, это так, мелкая неприятность. Мелкая неприятность. Уважаемые белгородцы,
дождь в вашем городе — это мелкая неприятность, поэтому наслаждайтесь своим прекрасным городом. Ну и если потребуется, конечно, защищайте его. А мы благодарим Илью Борисовича за такой прекрасный мини-диалог. И будем, наверное, потихонечку заканчивать или продолжать. В общем, мы что-то будем. Наверное, да, вот он, мы выходим на проспект Славы. Велосипед с треугольными колесами из камня. Это для суровых белгородских парней, BMX-еров. То есть вот так вот, да. Поэтому пешеходная зона, наверное, закончилась. Об этом нам гласит знак. Но через дорогу она опять же будет продолжаться. Поэтому кому понравился такой формат, это у нас что? Это у нас мужик залез на окно. То есть в Белгороде все возможно. То есть кому понравился такой формат, давайте, ребята, там всякие лайки, пальцы вверх. Мы, наверное, будем потихонечку закругляться и найдем себе прекрасное место припровождения. А так что приезжайте в Белгород. Белгород очень неплохой городишко. Так что, ребята, всем спасибо. Ну и до новых встреч.